сильно устал за тайм. Позавчера мы играли еще товарищескую игру с Химками, я отыграл 90 минут. Наверное, из-за этого усталость сказалась, я поэтому даже не рассчитывал сегодня выйти из-за этого. А 14-го матч с Ростовом уже, а 12-го даже Казанка. Как ты будешь готов к одной из этих игр? Не, к этим матчам уже я восстановлюсь и буду готов на 100%. Как против своих же играть? Ну, мы играем двухсторонки, как бы ничего необычного. Обычная тренировочная игра, для нас подготовка к Евро. Для ребят вот подготовка к игре с Ростовом, поэтому обычная игра. Был эпизод, когда Куля остановил тебя жестко руками в центре поля, потом улыбнулись, посмеялись, о чем обмолвились тогда? Не, ну просто Куля сказал, потравил немного, в шутку все. Все по-доброму было. В целом для тебя этот сбор российской команды, как их характеризуешь? Да, положительно. Я думаю, показывал хорошую игру, выполнял установку тренера, готовился, как его показывал себя, что могу сыграть на Евро и готов помочь команде.